Короче, ребят, всем привет! Сегодня будем играть в игру под названием Stalker 3. И да, тот подписчик мне сказал то, что он хочет, чтобы я снял вот эту игру. Ну и вот я не смог уже удерживать свое слово. Ну, короче, поехали. Mummer Quest Presents. Ого! Нифига себе, какая музыка. Версить, колотить. Что это такое? Ладно, поехали. Тебе что-нибудь нужно? Давай вот так вот сделаем. Да, особо ничего не надо. А, ну ладно. Тогда. Пакета. Приготовлю-ка, если чего-нибудь. О, сэндвич. Не понял, а куда Моми подевался? Ладно, неважно, наверное, вышел погулять. Посмотрю-ка я телек. Это что это такое? Что с головой? О, Моми, ты вернулся? А нет времени объяснять. Надо быстрее найти мои часы, пока он... Что за... Кто выключил свет? Кто-то ухватился за мои ноги. А стоп-то, нет. Где-то в другом месте. О-о, он в клетке, он в клетке. Что за... Где я? Где это я? Я что, в аду? Как бы это не было. Как он умудрился это сделать? Это что это было? Я! Так. Я! О, да, наконец-то. Сделал это. Да, извините за паузу. Я уже 10 раз уже проигрывал, но мне кажется, я лел. Ха-ха-ха. А вы что, реально задумали, что... Блин, я вам не успеваю уже дочитать. Это делать. А, все понял. Нате, понял. Нет. Шутниковый. Давай, надо чуть-чуть. Блин! Что это такое?
Еще чуть-чуть осталось. У меня чуть-чуть осталось, Да! Да! А что это такое? Ой, бай. О, Сергей Геймер, привет! Ой, ё-моё. Фух, я чуть инфракт не словил. Давайте уже выйдем на улицу. На улице. А это когда? Что? Я это помню, эти ребята. Этот стезик, вот этот тот старый стезик из первом игре. А вот этот тот гача стезик КЗ из второго. Чё это такое? И чё нам теперь делать? Я чисто ХС, и вообще сами разбирайтесь. Ах, он крыса. Продолжение следует.